ребятки, приветики, привет, привет, ребятки. Сегодня нарисуем с вами простой рисуночек, но очень-очень-очень будет он внимательный и потребует аккуратности. Это будет тарелочка гжель. Гжель — это такая посуда, да, которая она беленькая, с синенькими рисуночками, всякими цветочными мотивами. И вот для того, чтобы это сделать, вам понадобится листик. Да, у меня вот здесь, значит, я выбрала горизонтальный формат, но можно тарелочку сделать и в вертикальном формате. Вот обведу я мои одноразовые палитрочки. Вы можете и циркулем нарисовать круг, и какую-то другую взять тарелочку. И я вот вырезаю из бумаги кружочек, да, и обводим кисточкой мы с беленькой красочкой. Я в данном случае возьму просто свой маркер несмываемый, да, водичкой перманентный. И вот красочка темно-синяя, да, как бы, ну, берите любую синюю, какая есть. Вот у меня прям железная лазурь красочка, вот, мне кажется, она очень подойдет для тарелочки гжель. Белая красочка и черная, просто черная красочка еще. И, значит, водичка... Кисточки, тоненькая кисточка, самая тоненькая, какая только есть, потому что если взять кисточку потолще, острую, да, то очень надо будет отслеживать, чтобы был тоненький острый кончик, потому что элементы у нас будут достаточно мелкие в этой тарелочке. И я, наверное, возьму еще кисточку вот десятую, чтобы быстро разукрасить мне эту тарелочку беленьким цветом. Я ее буду делать. Водичка, палитрочка, салфеточка, все как обычно. Значит, я обведу, мне нужен круг. Тарелочка гжель, кстати, у меня она прям тарелочка есть. И я вот по кругу обведу свою тарелочку. По кругу вот обведу свою тарелочку. Мне нужно примерно кружок, чтобы у меня, да? Кто может аккуратно делать, аккуратно. Вот, я себе также намечу серединку своей тарелочки, вот примерно так вот я от края возьму одинаковые, чтобы примерно были расстояния. Все равно это все будем красочкой закрашивать, но для себя я прям вот серединку тарелочки вот так вот и так сказать, намечу, потому что чуть-чуть я буду ее оттенять. Оттеночком, чуть-чуть тенью я буду придавать нашей тарелочке глубину. Там, собственно говоря, вот примерно моя тарелочка будет такая. Так, закрыли белую красочку. Набираю белую красочку на свою палитрочку. Оживляю ее. Оживляю. Вот так вот. И все вот это вот дело я белой красочкой и закрашиваю. Хороший у меня гуашь. Хорошо плотно ложится. И вот так вот я себе закрашиваю всю тарелочку свою. Так. Аккуратненько. Стараюсь соблюдать круглую форму. Кстати, сможем придать ей, что она будто она в воздухе, да? Тень сделаем. Закрашиваю серединки все. Примерно у меня тут чуть-чуть видна эта линия, и мне уже будет попроще. Вот тарелочка. Просто кружок белого цвета, собственно говоря. Делайте круг белого цвета, ребята. Смело на листике. Кружок белого цвета. Рисуйте. Листик, конечно, цветной надо брать. Иначе нужно просто сначала закрасить его хоть цветами радуги. Подождать, пока это высохнет, да, чтобы у нас был... Сразу тональность всей работы определилась. То есть вот. Сделали теперь. Я вот у меня беленький остался. И я добавлю в него чуть-чуть черненького. Для этого мне черный нужен. Сделаю серенький цвет. Такой вот светло-серый. Пока еще белый есть. Я сделаю аккуратненько. И вот эту линию я ее вижу. Здесь линия. Серенький. Вот так вот. Сереньки.
Смотрите красочку, чтобы не была ни за жидкая. Во, этот цвет даже оттеночек получится. Так вот. Окей, все промыли кисточку и вот так вот соединю, пока еще все мокренько. Опять промыла. Все-таки какая-то тряпка на чуть. Углубление такое обычно, да, вот имеет как бы углубление. И даже здесь очень прекрасно видно, что вот оно углубление такое. Так, возьму-ка белого еще, надо мне. Вот это все дело я вот так вот скручу, пройдыню. Вот так вот. Наша тарелочка пускай такая вот. Пустая даже. Угу. Где-то вот еще темно-серенький мне по краешку. Хоп. И где-то с другой стороны. Напротив, аккуратненько. Вот. Чтобы наши тарелочки придать немножечко все-таки объем я еще. Вот эти все дела. Сразу можно поверху еще положить беленьким, прям как блик сделать. Вот так вот, смотрите, хоп. Вот. Как-то так вот нашу тарелочку обыгрываем, чтобы чуть-чуть она была более объемная, да? Окей, теперь вот это вот все должно у нас хорошо высохнуть. Хотя, знаете, я еще, наверное, добавлю, вот еще прям сделаю прям совсем вот темно-серенький цвет. Темно-серенький мне хочется прям вот. Это аж страшно, но я сделаю прям немножечко вот как-то хоп, смотрите, вот еще. Тарелочку еще аккуратненько кисточкой. Кстати, я достаточно толстая кисточка, я хочу немножечко придать вот немножечко тени, еще добавить. Ну вот, смотрите, как классно, да? А, знаете, сразу, наверное, я возьму, хотя здесь, ну, темно-серый, прям вот возьму прям черный, но вот такой чуть-чуть жестковатый, я сделаю наши тарелочки еще вот прямо здесь аккуратненько. Сделаю под ней вот такой тень, жиденькая такая красочка, что как будто наша тарелочка еще на немножко висит в воздухе. Вот так вот. Да, и прям совсем черненьким. Прям глубину еще сделаем нашей тени. Около самого контура тарелочки пускай так. То есть вот как висит в воздухе, да? Ну или вот там чуть-чуть солнышко. Если сделать, что солнышко будет так на нее светить, и будто она стоит, тогда она будет сама еще серее, и туда тень просто все уйдет. Как обычно, чистый рисунок у меня. Так, теперь, ребята, я дам и себе тоже немножечко времени, чтобы тарелочка, это она должна подсохнуть. Подсохнуть, потому что желательно прям сразу на сухом мы будем рисовать гжель цветочки. Так, отлично. Я феном подсушила у себя. Здесь почти все высохло. Теперь я буду делать нашу тарелочку гжель, разукрашивать ее. Вот у меня есть такая тоненькая кисточка. Я на тарелочку себе выложу мою синенькую красочку. Ой, прям подмешала белую, но да, и ладно, мне ее совсем чуть-чуть понадобится, синенькой красочки. Вот она, синенькая, набираю на кисточку ее, бужу ее на кисточку. Она будет хорошо, если она даже подмешается чуть-чуть. Может, и должна я себе наметить, значит, на части тарелочки, которая у нас будет внешняя часть тарелочки, будут такие как бы цветочки с лепесточками, да? И, наверное, я с этой внешней части-то и начну. И я намечу себе вот точечка. Здесь у меня будет цветочек от этого идти. И внизу два. Да, а вы знаете, может, даже надо было мне и ультрамарин взять, что-то мне этот темноватый какой-то синий. Но, в принципе, вот с беленьким я его буду роднить, с беленьким. Вот такой вот какой-то, ну хотя бы за светлый, буду чисто синий рисовать.
чисто-синим буду рисовать. Все-таки гуашь подсыхает, чувствуется светлее, и я надеюсь, что что-то подмешается. Так, дальше, значит, мне должно быть раз, два, три, четыре, шесть цветочков. Раз, два. И вот эту часть примерно у себя на, в голове я тоже делю на две одинаковых части. То есть это вот здесь, на три точно, да, и вот здесь. Примерненько разделили. И с другой стороны то же самое. Я вот здесь вот намечу себе и вот здесь. Да, и прям росписью займемся сейчас, гжель росписью. И гжель росписью займемся вот. Окей, сделаем так. Отсюда у нас пойдет вот раз. Прям такое хорошо должно быть. Хорошо, что математически просчитаем, но как получится-то. А сначала я все-таки нарисую лепесточки. Вот так аккуратненько. Вот один лепесточек. Хоп. И положу второй вот лепесточек такой. Такими тоненькими линиями. Все это дело мы рисуем. Консистенцию соблюдайте. Вот процесс такой будет медитативный, трудоемкий у меня прям. Ага. Набрала. И вот лепесточками такими. Цветочек сейчас вот здесь еще. Вот зажитка, видите? Оп. Так, наметила точечки и соединю. Вот такой цветочек. И вот такие лепесточки надо нарисовать. Тоненькая кисточка, хоп, и хоп нарисуется. Так, ну точечку побольше сделаем. Вот такой, смотрите, примерно цветочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь у меня получилось. Ну и здесь то же самое я снизу сделаю. Опять прокручиваем все. Это дело опять один. И роспись. Роспись нашей тарелочки. Два. Обратно повернули. Теперь здесь сделаем то же самое. Здесь то же самое делаем цветочки. Три.
кручу листик. Продолжим. Здесь, значит, мы нарисуем такие, как лепестки от в одну и в другую сторону. Один цветочек пропускаем, и следующий цветочек опять нарисуем такие лепестки в одну и в другую сторону. И цветочек опять пропускаем, и здесь рисуем лепестки вот в одну лепесточек и в другую сторону. Чуть-чуть у меня неровненько получилось, но ничего страшного, такая тарелочка у меня, значит, и будет. Вот. И эти лепесточки мы еще давайте такие щек. Вверх, да, к цветочку, к стороне цветочка тоже такие. Подрисуем паточки. Да, поверну я. Поверну. Раз, два, три. Ну, четыре. А здесь побольше, значит, у меня три, четыре. И здесь тоже. Так, продолжим. Теперь мы давайте нарисуем, у нас, значит, здесь будет центр, и от этого центра у нас будет, нарисую здесь такие, как же эти цветы называются, колючки будто такие. Вот нарисую одну, такую, как цветочка, дугу такую нарисую, да? Чуть-чуть побольше. Ну, вот так вот. И оставлю здесь вот это пространство. Здесь нарисую вторую такую же. Вот. Тоже, ну, можно закрыть. Вот так намечу себе. И здесь тоже такой бутончик нарисую. Второй вот такой. Он будто бы бутончик. И здесь тоже намечу себе такой вот примерно тоже третий будто бы бутончик. Оп, окей, ой, чуть-чуть сбоку ушла. Ну, как получилось, значит, у меня тарелочка будет так. И сюда, значит, выросла, сюда выросла и сюда. Мотив будет такой цветочный. Вот, значит, от этих всех штучек у нас, давайте еще лепесточек раз сюда и сюда. И этот лепесточек вот такими волнами, вот аккуратненько. И сделаем. И сюда тоже такие. Вот так. Волны сделали. Можно даже остренькие сделать кончики. Хоп-хоп. Еще нам нужно сделать листики. Вот смотрите, листик сюда, раз, понят, листик. Подлиннее можно, два. И третий сделаю сюда. Намечу, да? И отсюда вот тоже сделаю один листик, второй, третий. Угу. Старайтесь потоньше линии и вот такими вот. Нарисовали. И здесь где-то там. Вот так вот. И тоже раз. С той стороны нужно сделать то же самое, а пока давайте здесь раз. Раз, два капельки такие сделали, прицепили наши цветы.
цветочки. Раз, два. И у этих наших цветочков тоже, конечно, есть, смотрите, лепесточки. Вот такие вот. Один, два, три, четыре. Раз, два, три. Ну и сюда четыре сделаем. И сам внутреннюю часть. Так вот мы делаем такую сеточку. И здесь опять то же самое. Лепесточек, такой. Мне, конечно, это все почему-то напоминает ананасик. С этой стороны то же самое. То же самое повернула я листик мне, чтобы было легче идти. Два, и не торопимся. Вот так вот роспись нашей тарелочку к шее. Я еще сюда добавлю. Я поворачиваю. Вы можете не поворачивать, поставить как есть. Да, и вот здесь вот. Почти мы уже нашу тарелочку, знаете, и закончили. Вот здесь еще листики мы должны закончить тоже. Вот раз. Контролируйте, конечно, кончик кисточки. Можно фломастером разукрасить тарелочку, но мы все-таки ручки наши тренируем, поэтому нужно стараться это все делать с кисточкой. Веточка вторая. Третья. Вот такая вот. И еще нашу тарелочку мы можем украсить, знаете, вот точечками. Раз, раз, раз. Между. Еще можем вот такими точечками нашу тарелочку украсить. Так, и здесь добавляем. Вот, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Будем рисовать разные классные рисуночки. И делать очень-очень красивые всякие работки. Еще остался этот цветочек у меня. Так что, если понравилось рисовать тарелочку, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И будем дальше делать классные рисуночки. Кувшинчики, тарелочки. Ой, это, конечно, была ошибочка, но, в принципе, ничего страшного. Общие рисунки, это будет незаметно. Все, всем пока, до новых встреч!